Новая версия самого популярного зарядного устройства от SkyRC – вторая версия. Это высококачественное зарядно-разрядное устройство, создано для зарядки и обслуживания всех современных типов аккумуляторов. Специальные разъемы для балансировочной зарядки литий-ионных аккумуляторов позволяют сбалансировать вольтаж на каждой банке. В итоге обеспечиваем долгий срок службы и максимальное время работы модели от аккумулятора. Зарядно-разрядное устройство работает как от сети в 220 вольт, так и от источника постоянного напряжения от 11 до 18, например, от аккумулятора автомобиля. Основные особенности. Поддерживает любые типы аккумуляторов, новые функции. Это режим проверки напряжения, изменение внутреннего сопротивления, обновляемое программное обеспечение. Управляется микропроцессором, отдельная балансировка каждой банки, широкий диапазон тока зарядки, функция ограничения по времени заряда, заряд-разряд до напряжения хранения литиевых аккумуляторов, мониторинг входного напряжения, защита переразряда аккумулятора вашего автомобиля на поле. Память параметров заряда у разряда для 5 АКБ. Имеет встроенный адаптер 220-12 вольт. Разъемы силовые крокодилы. Для бортовых аккумуляторов балансировочный разъем GST XH для 2,6 баночных аккумуляторов. В комплекте вы найдете зарядное устройство, провода-разъемы для аккумуляторов, сетевой шнур питания 220 вольт, инструкцию. На нижней части корпуса вы обнаружите наклейку, которая является сертификатом подлинности. Очень часто они спрашивают, она, разумеется, здесь есть. Приятный дизайн, голубенький, незамысловатый. Корпус симпатичный, анодированный алюминий, и, по-моему, никаких негативных отзывов в принципе об этом изделии пока что слышно не было. Рекомендуется всем, у кого есть аккумуляторы и кто хочет продлить их службу, или кто занимается этим профессионально и около профессионально, и одна из его задач — это обеспечить продолжительное время работы устройств, которые работают от аккумуляторов.